Азербайджан дуньянын космик. Сегодня Азербайджан является членом космического клуба мира и укрепляет свои позиции в мировой космической промышленности. Вывод спутников на орбиту демонстрирует силу нашего государства, нашу политику. Услуг. Спутниковых технологий. Сегодня становление и развитие Азербайджана в качестве сильного регионального лидера и главного локомотива всех масштабных региональных проектов создало прочную основу для развития космической индустрии в независимом Азербайджане. Как и всегда, Азербайджан осваивает и это направление быстрыми темпами. Становление и развитие мировой космонавтики космической индустрии Советского Союза внесли и азербайджанские физики. Богатый опыт в области приборостроения отечественных деятелей науки был активно использован еще при запуске первых советских космических аппаратов на околоземную орбиту. Но главный азербайджанский след в советской космонавтике, безусловно, оставил Керим Алиевич Керимов. Азербайджанец Керим Керимов родился в 1917 году. Герой социалистического труда,
лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премии СССР. С 1966 по 1991 годы председатель Государственной комиссии по пилотируемым полетам генерал-лейтенант. Вот когда я занимался сам как космонавт по программе «Союза пола», он вел эти комиссии. Ясно, сам он по машине не лазил, по технике, по ракете не лазил. Были люди, которые анализировали, делали ему доклад. Но это все надо проверять было. Потому что председателю комиссии надо знать абсолютно точно все. Между двумя беспилотными космосами. Специалистов, но надо было принимать еще и специалистов тех стран, которые приезжают. Значит, очень дипломатический подход, тактичность, вежливость. Союзе. Именно ему, стоя на космодроме, докладывали о готовности к полету, и ему же отчитывались о выполненной задаче после приземления. Тем не менее, в телерепортаже Керимова показывали только со спины. Его имя не упоминалось в средствах массовой. Председатель Государственной комиссии. Экипаж к полету готов. Командир экипажа полковник Афанасьев. Желаю вам успешного выполнения международной программы полета и благополучного возвращения на родную землю. В возрасте 74 лет Керимов вышел на пенсию, но продолжал работать консультантом Центра управления полетами.
Годы спустя в независимом Азербайджане освоение космической индустрии вновь становится одной из центральных задач. 8 февраля 2013 года происходит одно из важнейших событий в истории независимого Азербайджана. 1:36 по бакинскому времени с космодрома Куру во французской Гвиане на околоземную орбиту был успешно запущен первый телекоммуникационный спутник Азербайджана «Азерспейс-1». Спутник весом 3,2 тонны был выведен на орбиту ракетой-носителем «Ариан-5». Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии, организованной по этому случаю в открытом акционерном обществе «Азеркосмос». Глава государства также открыл новое административное здание «Азеркосмос». Это действительно исторический день, большое достижение, большая победа нашего государства. Это событие показывает, что независимое азербайджанское государство стремительно и всесторонне развивается, и мы уже являемся членами космического клуба. В связи с этим событием хочу выразить признательность всем участвовавшим в этом деле структурам, всем людям и в первую очередь азербайджанским специалистам. Спутник «Азерспейс-1», оснащенный 36 активными транспондерами, находится на геостационарной орбите на позиции 46 градусов восточной долготы и охватывает регион Европы, Африки, Центральной Азии, стран Кавказа и Ближнего Востока. Спутник «Азерспейс-1», срок эксплуатации которого на орбите с момента запуска должен составить как минимум 15 лет, предусмотрен для оказания телерадиовещательных и телекоммуникационных услуг, а также для обеспечения платформ качественной и устойчивой связи, отвечающих требованиям корпоративных и правительственных клиентов. Не случайно именно 2013 год был объявлен в Азербайджане годом информационно-коммуникационных технологий. Сама же подготовка к запуску первого азербайджанского спутника началась несколькими годами ранее. Так, в 2008 году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Азербайджане космической промышленности и выводе на орбиту телекоммуникационных спутников. В 2009 году была утверждена государственная программа по созданию и развитию в стране космической промышленности. Все задачи, связанные с производством и запуском на орбиту телекоммуникационного спутника, созданием основного и резервного центров наземного управления, были поручены первому на Кавказе спутниковому оператору «Азеркосмос», утвержденному в 2010 году. Чуть менее чем через полтора года был запущен в космос второй азербайджанский спутник. Им стал спутник дистанционного наблюдения за земной поверхностью «Азерскай». На околоземную орбиту спутник был успешно запущен 30 июня 2014 года. А уже 2 декабря 2014 года в рамках международной выставки «Баку-ТЭЛ-2014» в присутствии президента Ильхама Алиева был подписан договор между национальным спутниковым оператором Азербайджана «Азеркосмос» и французской компанией «Airbus Defence and Space». Согласно этому договору, в рамках стратегического сотрудничества по космической промышленности между Азербайджаном и Францией, «Азеркосмосу» был передан выведенный на орбиту летом того же года спутник дистанционного наблюдения за поверхностью Земли «Спот-7», который получил уже новое название «Азерскай». Глава государства, получив первое символическое изображение со спутника, дал старт коммерческой деятельности спутника «Азерскай». Сегодня спутник «Азерскай» оказывает услуги по всему миру, в том числе крупнейшим американским компаниям Google. Наравне с расширением географии деятельности и спектра предоставляемых услуг «Азеркосмоса», новый спутник также станет резервным для первого телекоммуникационного спутника «Азерспейс-1». А это, в свою очередь, предоставит нам возможность участвовать в широкомасштабных международных тендерах и проектах. Одним словом, «Азерспейс-2» укрепит стратегическую позицию и ценность нашей компании в высококонкурентном рынке космических и спутниковых услуг. Масштабы космоса безграничны, а значит и возможности, которые он предоставляет, неисчерпаемы. Запуск спутника «Азерспейс»...